Государство делает шаг навстречу обманутым дольщикам. В ноябре в Министерстве строительства ЖКХ Российской Федерации была создана рабочая группа по недострою в Ивановской области. В пятницу ее представители встретились с зампредом Владимиром Шарыповым. Государственный банк «Российский капитал» готов выступить агентом у Центробанка и профинансировать работу застройщика СУ-155. Когда Центробанк выделит средства банку-санатору, не сообщается. Известно, что необходимые объемы финансирования посчитаны. Нерешенным остается вопрос, кто и на какие средства будет возводить объекты социальной инфраструктуры в новом микрорайоне. Мы согласовываем объемы финансирования, фиксируем те объемы, которые у нас по многоквартирным домам выполнены. Мы подписали по каждому дому из 13 отдельный протокол. Соответственно, обсудили вопросы, связанные с микрорайоном Кочедыково, и тоже ситуация эта будет решаться. В ноябре рабочая группа Минстроя должна доложить Шувалову для того, чтобы Центробанк выдал деньги банку-санатору.